Всем привет, Воронеж. Это самый центр города. Раздаем листовочки, приглашаем всех людей на митинг. И обнулись, Владимир Владимирович. Мы пойдем раздадим листовки с Александром Желтухиным. Те, кто сейчас у власти, они... вдохновителем оппозиции местной. Они обнулились, можно так сказать. Ну, тут написано более правильно. Поэтому всех вас также призываем, распечатывайте, ходите по городу, раздавайте, распространяйте информацию. Да, это власть нелегитимная. Собирайте друзей, да, Путин не наш президент, ребята. Пойдем мы пообщаемся с местными жителями, раздадим им листовочки. Не забывай подписываться. Как вы относитесь к изменению Конституции и к тому, что делает Владимир Путин? К изменению Конституции я отношусь крайне негативно, потому что она происходит... давай в камеру. Короче, она происходит вообще не так, как должна была быть вообще по-нормальному, если вы хотели изменить Конституцию. И обнуление сроков — это вообще ни хрена не должно быть. Типа обнуление сроков — это полнейший бред. Ну а как же детские обеды для школьников? Детские обеды? Блин, ну только ради них, наверное, стоит поддержать. Но нет, ну... Это того не стоит, сменяемость власти должна быть. То есть фактически вы считаете, что все, что делается сейчас с Конституцией, для того, чтобы Владимир Владимирович Путин оставался у власти вечно, конечно, да? Конечно, я полностью согласен с этим тезисом, то, что изменение Конституции ведет просто к тому, чтобы Путин остался еще на 12 лет. А скажите, 22-го будет так называемое голосование, как вы к нему относитесь? 22-го голосования, блин, ну я на него приду, проголосую против, но я не знаю. Ну, потому что, ну, банально из-за того, что если бы они хотели поменять Конституцию, они бы должны были каждую статью, ну, типа, отдельно голосовать, потому что там некоторые есть статьи, которые хорошие, но, допустим, из-за того, что просто обнуление сроков... Ну, я понял, то есть нельзя голосовать пакетом, да? Нельзя голосовать. Если даже 10 хороших пунктов, а один плохой, то все пункты становятся плохими. Ребят, спасибо за ваше мнение, приходите на митинг, ребят. Вот видишь, как дело пошло. Сейчас мы, идем дальше. Да. Here we go, Воронеж. Крупные акты протеста в Воронеже. Вообще это утопия. Сейчас прошли мы с Александром по центру города. И, ну, грубо говоря, с нами разговаривать особо никто не захотел. Кроме нескольких классных, свободных ребят. Да ладно, девушка сейчас... Я подошел к девушке, она сказала, что она плохо относится к Путину. Ну, красивая такая девушка. На камеру, да, на камеру что-то никто не хочет говорить с нами. Я не понимаю, то есть вот сейчас доллар уже 80 рублей, вас открыто грабят. Напиши в комментариях, какой должен быть курс доллара, чтобы ватник вышел на улицу. Вот так вот скажем, да? А это площадь Ленина. Тут должны стоять миллионы должны стоять. Как вы относитесь к Путину? Путин нас спасет, не переживайте. Не бойтесь. Путин нас спасет от коронавируса. Рубль поднимется. Просто сейчас реально вот такая ситуация в стране. И нефть у нас не покупают. Мы вывозим только на нефть. Нефть у нас не покупают. Не смеши меня, пожалуйста. Цены дешевеют. Путин президент. На нефть. Политики лидеры по России! Путин нас спасет! Но я против поправок, сразу говорю. Против, просто... да? А что, поправок? Мне нет 18, нравится? Но я бы голосовала просто. Я пошла бы... А что там? Держите валюту в евро! Да. Представляете, вот у меня прожвачка во рту, не обращайте внимания. Вот смотрите, кто-то преступление совершил, вот, и ему просто сказали, мы тебе обнуляем. Просто обнуляем то, что по закону так написано, классно. Ответственность юридическую он несет. Мы просто тебя обнулили и отпустили тебя. Это так же с Путиным. Точно так же, да? Да. Рыбу снимаю. Отлично. Не забывай подписываться на канал, находи какой нас на ютубе. Да. Меня снимают? Вот, да, 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 да. ЕГЭ сдавать. Что, если хочешь, я могу это вырезать. Чтобы не было. Жириновский, если хочешь. ЕГЭ не будет. ЕГЭ. Я еще посмотрела, когда Путин пришел в Думу и начал все высказывать. Настолько у него речь, вот ему все поставили, вот хочется ему верить, настолько он все говорит, вот мы, как он сказал? Так может лучше делать, чем говорить, не? Да он и делает, только в свою пользу. Классно вообще. Слушай, что ты мне рассказываешь? Когда был СССР, вот сейчас ты можешь просто открыть свое дело, то есть у нас свобода, в СССР ты не мог ничего делать. Мне кажется, уголовное дело сейчас только можно открыть, потому что у нас налогообложение... Так закидывает бизнес всякими налогами, то под 70% уже. То есть, ну, совершенно невыгодно. Да вы ничего не исправите. Совершенно невыгодно абсолютно заниматься бизнесом. Военные относятся к власти.
Им пофиг. Путин! Им пофиг. Ну чё, а Путин очень хорошо содержит армию, чё? Одевает, обувает. Да, что еще надо здесь человека, да? Митинг в Воронеже. Так вот, кто митинги устраивает. Понимаете, нам да, это мы устраиваем, да. И в школе так нас приучили, потому что нас уже интересует политика. Вот лично меня она интересует, мне очень интересно. Правильно, интересуйся больше, интересуйся, почему у нас все друзья Путина стали олигархами. Если поинтересуйся, вы... кто у нас выигрывает все тендеры и господряды. Понимаете, все куплено, все уже. Знаете, фамилия Ротенберг? Путин, но нет, политик, лидер и боец. Это друг Путин. Владимир Путин, молодец. Политик, лидер и боец. Наш президент страну поднял. Россию Путин не предал. Подписывайтесь в инстаграме, будьте леди. Да. Успею. Чтобы учить меня жизни, как проще наебать, как больше спиздить. За совет спасибо, а учить постой. Кто ты? Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы лезть ко мне в душу, грузить хуйней, лить говно в уши? Его и так хватает, оно течет рекой. Кто ты? Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы применять силу, пихать в спину, гнать как скотину? Я далеко не бэк, а ты не ковбой. Кто ты? Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы призывать к ответу, покаяться, пока не отключили свет? Если отвечу, то уж точно не перед тобой. Кто ты? Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы оголять клыки, скалить зубы, вешать ярлыки? Наверное, легко быть смелым, когда далеко. Кто ты? Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы затыкать рот? Я не марионетка, ты не кукловод. И пока есть кислород, я буду собой. А кто ты? Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы отрубать мачты, ломать мечту, лезть в мою судьбу? Кто ты такой, чтобы прерывать матч, когда у меня мяч и когда веду? Кто ты такой, чтобы говорить как надо, где ложь, где правда, играть в судью? Кто ты такой, чтобы раздавать награды, сидя в засаде тем, кто сейчас в бою? Кто ты такой, чтобы нагонять страху, махать руками и трясти башкой? А не пошел бы ты, милый человек, нахуй, да и вообще, кто ты такой? В этой стране ничего не менялось. Трудное детство, нищая старость. Все как было, так и осталось. Унылые лица, усталая вялость. Голодные люди, сытая власть. В этой стране ничего не менялось. Вечные пробки, стойка и грязь. Пробки, стойка, грязь. Пробки, стойка, стойка, грязь. Пробки, стойка, грязь. Пробки, стойка, грязь.